Всем привет, друзья! У нас сегодня такая вот, можно сказать, огромная посылка, которую помог мне приобрести мой друг из России. Алексей, большое тебе человеческое спасибо. Давайте вскроем и посмотрим, что нам приехало. Приехало, вы, по-моему, уже догадались по названию. Так красиво все упаковано. Опять подарки в коробке, коробка. Так, коробочка у нас пустая. И вот, друзья, к нам приехала баба Зина. Квадрокоптер Хабсан Зино. Будет, наверное, многим интересно, как выглядит коробка. Как выглядит что. И вот так вот это все дело у нас представлено. Ну что ж, давайте уже не терпится вскрыть эту коробчонку. Не так это просто, как кажется на первый взгляд. Вот, друзья, так у нас это все упаковано. Заказывал версию с двумя аккумуляторами и с такой вот сумкой. Так, сумочку мы совсем извлекли. У нас здесь что-то лежит. Так, отвертка, винты, запасные, лопасти. Еще что-то есть, опять лопасти. Так, там у нас что? У нас там пусто. Так, здесь у нас, друзья, инструкция. Давайте, кстати, посмотрим, а вдруг есть на русском языке. В чем я, конечно, сомневаюсь. Так, французский, немецкий. Так, вот все языки. Русского нет, но есть английский. Тоже хорошо. Так, инструкция, значит. Так, здесь еще что у нас? Все везде пусто. Я так понимаю, что и здесь под низом ничего у нас не будет. Разберем всю коробку. Все везде пусто. Коробочку можем выбросить. Так, друзья. Значит, я уже показывал, у нас винты запасные. И есть в комплекте отверточка. Инструкция. Так, значит, вот что представляет собой наша сума. Сума, сумочка. Писали по отзывам некоторые, что сумка качество не ахти. Я спросил у Алексея, когда он получил этот дрон, как она, сумочка, говорит, топ. И действительно, ребята, сумка очень даже классная. Ничего здесь я плохого не вижу. Качество идеальное, можно сказать. Сшито, прошито, все круто. Потому как сумка стоит около, по-моему, 30-40 долларов отдельно. Что-то в этом роде. Итак, давайте мы вскроем, наконец, наш самолет. Итак, наш квадрокоптер. Дальше есть в сумочке, смотрите, такой клапан. Где находится у нас наша аппаратура. Автомобильное зарядное устройство. И вот здесь как много всего-всего-всего. Кабеля под разные виды. Айфонов, телефонов, андроидов и тому подобное. Вот Type-C в этом же роде. В этом, вернее, ряду. Сетевое зарядное устройство. Сетевое зарядное устройство, друзья, у нас. Так, что у нас? 1 ампер, выход 15 вольт. Так, что у нас тут еще интересного? Так, а что это такое? Хабсан. Это, видимо, для зарядки аккумов наших. Но я еще, друзья, не совсем въехал, как аккумы сюда подключать. Походу, вот сюда этими проводами. Сюда мы подключаем нашу сетевую зарядочку. А сюда непосредственно наш аккумулятор, который мы сейчас с вами благополучно и достанем. Есть такие отсеки, где все красиво и аккуратно помещается. Все, сумочка у нас, друзья, пустая. Здесь у нас есть еще карманчик вот такой. Что-нибудь можно положить, там, допустим, телефон, какие-то свои там провода или что-то в этом роде. С боков есть у нас сетки-карманы. Тоже можно и какую-то водичку, и какие-то там запчасти взять.
Ну, то есть, сумка, друзья, очень даже классная. Качество отменное. Не знаю, кто там писал, что качество ерунда, но просто отменное качество. Так, сумочку мы отложим. И, друзья, вот у нас в комплекте два аккумулятора. Один уже аккумулятор у нас предустановлен. И один запасной. Я брал версию с двумя аккумуляторами. Значит, подключаем мы аккумулятор наш сюда. Вот таким образом. И, соответственно, ставим на зарядку. Так, с этим мы разобрались. Аккумулятор у нас 3000 мАч. 11,4 вольта. 34,2 ватт-часа. Вот такой вот аккумуляторчик. Так, что мы имеем в нашей аппаратурке? Значит, держатель непосредственно под телефон, под смартфон, под маленький планшет, наверное, даже можно. Так, имеем спорт-режим и имеем нормальный режим. Кнопочка включения. Эти кнопочки, друзья, пока я не знаю. Ну и, соответственно, управление. Две антенки. Вот так у нас все это дело выглядит. Колесо. Так, кнопочка фотография, кнопочка видеосъемка. И колесо, к сожалению, пока тоже я не знаю, что за колесо. Дело в том, что я сегодня хочу сделать просто распаковку, дабы все вам показать так поближе, поподробнее. И уже. Когда сам научусь этим всем делом пользоваться, летать немного, хочу сделать видеообзор, как он снимает и как он летает, в принципе. Так, ну все это мы видели. Это все отлаживаем в сторону. Давайте теперь смотреть непосредственно наш дрон. Вот такой вот дрон в сложенном состоянии. Так это все выглядит. Вот на борту уже стоит один аккумулятор. То есть аккумуляторов, как и было заявлено, у нас два. Без всякого обмана. Кстати, друзья, расскажу вам историю, как я собрался купить этот дрон. Собрался купить дрон, начал лазить по магазинам по разным. Так, лучи у нас открываются сразу эти. Начал лазить по магазинам и читать, соответственно, отзывы. Во всех буквально, друзья, магазинах люди пишут, что кругом обман. Дрон кто не покупает. В любом почти примерно магазине дрон кто не заказывает, кто не покупает, ему дрон не приходит. Через некоторое время, конечно, деньги возвращают, но потерянное время, потерянные нервы. Я заказывал примерно полгода назад дрон Xiaomi. Xiaomi какой я там заказывал? Ой, забыл, если честно, но да не факт. Заказывал этот дрон, ждал 2 месяца, продавец все кормил какими-то завтраками, и так он мне не пришел. Отслеживался буквально неделю и пропал где-то еще на стороне Китая. Вот, ну, продавец уверял, что придет, я ждал, и к концу срока все-таки открыл спор, получил назад деньги. И вот решил купить этот дрон. Да, так вот, во всех буквально магазинах, где я не заходил, очень плохие отзывы, соответственно, о том, что дрон не приходит. Я решил найти магазин, где не было ни одной покупки. И начал списываться с продавцом. Писал продавцу, говорю, так и так, во многих магазинах и обманывают людей, не отправляют дроны. Он мне начал уверять, мы честный продавец, типа, честный магазин, всегда все всем отправляем. Магазин, по-моему, молодой этот еще. Ну и я, попереписывавшись с этим продавцом ради того, чтобы было какие-то аргументы к открытию спора, если вдруг не придет товар, решился заказать. Заказал товар, продавец, в принципе, мгновенно его выслал, по-моему, на завтра. Вот. Или через 2 дня, ну, в принципе, не факт. Мгновенно его выслал, и этот, друзья, дрон в России ушел, по-моему, 15 дней. Вот, как его мой товарищ получил. Вот такая вот история. Значит, ссылочку на этого продавца, реально честного продавца, наверное, на всем Алиэкспрессе, продающем эти дроны, я оставлю в комментарии под видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Тоже, наверное, кто захочет купить
лучше с ним попереписывайтесь, есть в наличии, нет в наличии. Вот, такие дела. Да, кстати, я когда заказал дрон, по-моему, да, он 2 дня не отправлял, я пишу ему, в чем проблема. Ну, он написал мне, честно говорит, типа, нет в наличии, я купил 20 штук, и за, там, по-моему, 3 числа тебе отправлю. Слово он сдержал, так все это дело и было, поэтому я остался очень-очень доволен этим дроном. Вот, давайте мы его, наверное, включим, посмотрим, что у нас включится или не включится, или он полностью разряжен. Вот, запел он песенку свою. Интересно даже. Так, здесь у нас есть слот под microSD-карту. И, соответственно, microUSB-вход. Так, камера, друзья, у нас закрыта таким вот колпачком. Колпачок нужно этот снимать. Камера на трехосевом подвесе, как вы видите. То есть она уже у нас уже работает. Видите? Очень-очень классная штука. Да, друзья, вот я сейчас сделал неверно. Перед включением нужно эту крышку снять. Ибо камера может где-то там чего-то зацепиться и, соответственно, движки выйти со строя. Так что обращайте особое внимание, что перед включением дрона нужно снять крышку. Ну, это чисто мое такое теоретическое мнение, которое вы можете, которому вы можете не прислушиваться. Но рекомендацию даю вот такую. Я сделал глупость, что включил его сразу. Ну что, давайте выключим, наверное. И на этом наш сегодняшний обзорчик я закончу. Вернее, не обзорчик, а распаковочку этого дрона. И включусь, не знаю через сколько, но, друзья, как только я научусь им пользоваться, мы с вами обязательно где-то там полетаем или погоняем. Еще что хочу сказать. У нас в Беларуси есть такая проблема с этими дронами, что не везде, не, в принципе, наверное, как и везде, не везде можно летать. Смотрела карту, то есть над моим городом полеты везде разрешены. Вот. Но были случаи, что люди зажаловались, там в милицию даже тягали этих летчиков. Я решил официально зарегистрироваться в какой-то там авиафедерации белорусской. То есть платишь 25 рублей наших белорусских, это грубо 11-12 долларов на год, и спокойно летаешь там, где разрешено. Вот, поэтому, чтобы не было проблем на же, сделаем все правильно. На этом, друзья, хочу с вами проститься. Буду, так сказать, осваивать летные навыки. Всем, кому понравилось видео, ставим пальцы кверху. Не забываем подписаться на канал. Еще раз благодарю Алексея за помощь в покупке данного девайса. На этом хочу с вами проститься. Всем пока. До новых встреч. До новых видео.